Ашот, брат, чё ты сразу на меня тут свою бочку гонишь? Так, ну хорошо. Из дома я уже не смогу выйти, из дома я уже не выйду, потому что они меня оттараторят сразу на улице. А чё он мне делает? Валерон, в подвале оружие! Так, не зря мне этот бомжара сказал этот секрет. Да ты закройся, ты проклятая дверь. В подвале секретос, кстати, там есть. Ладно, пока Ашот на улице меня караулит, я быстренько за калашиком сгоняю. И расстреляю своего братву. Так, ага, так, хорошо. И дымовуха. Нет, дымовуху нужно мне брать. Ладно, возьму на всякий случай. На всякий случай можно дымовуху взять. Так, калаш уже заряжен. Мне кажется, Ашот такого вообще не ожидал. Так, вот так. Слышишь ты? Здорово, Ашот, здорово. Слышишь ты, брат, не брат ты мне больше, болен, а ты сейчас воткну отца. В смысле воткнешь? Из-за чего, Ашот? Мы с тобой вроде друзья, как бы, не? Слышь, ты шавуху хотел мою закрыть, это я сейчас покажу за шавуху, ты детектив обоссанный. Сейчас тебе покажу силу ары, понял ты? Неудобная сигарета какая-то. Слышь ты, однобровий. Ты на кого тут свою шар... Сейчас еще последнего, отойди. Подожди, я вот так захреначу. Чё ты ара тут, Ашота звёзднул? Чё, а ну что ты там хотел сказать? Слышь, брат, я вообще, это они меня, короче, заставили. Я с тобой вообще дружить хотел, просто прийти поговорить по поводу шавухи. А чё, Ашот, передумал? Всё ж 50% мои уже, да? Слышишь, вообще забирай, я согласен на всё. Видишь, какая у меня пушка? Я тебе говорил то, что я тебе свой ствол покажу. Оценил. А ты не подходи быстро, а то сейчас хлебаник выставит случайно. Слышь, брат, я вообще уважаю твой ствол. Он очень красивый, такой оранжевенький. Муа, прям, персик. Слышь, ты волосатый персик. Шуруй отсюда, мать твою, шауха твоя, больше бы я тебя больше тут не видел, а? Нашлась мне тут. Ну, брат, без проблем, брат. Все, я пошел. Нашлась мне тут банда бородатых шаверм. Шашлычный бог просто. Давай, шуруй отсюда нахрен. Дебил. Слушайте, неудобная, мать твою, сигарета, ладно. Здорово! Вы меня помните, это же я. Эдуардо Перетьяно, лучший детектив в этом мире. Еще раз скажу, Эдуардо Перетьяно. На этот раз у меня хреновая какая-то сигарета в рот не помещается. А у меня не такой большой рот, чтобы такая сигарета в рот влазила. Ну ничего. Неужели до сих пор кто-то сомневается, что я настоящий детектив, а? Я тебе в последний раз докажу то, что я настоящий детектив, потому что я знаю все твои секреты. Слушай сюда. Было ли у тебя такое хотя бы один раз в жизни, то, что ты прогуливал уроки? Ну хотя бы один урок 100% было. И боялся то, что училка где-то рядом будет проходить во время твоего урока и спалит тебя. И потом так оттараторит, то, что еще мамке позвонит, еще бате позвонит, а батя тебя вообще оттараторит дома. Я уверен, то, что было такое, все такое было, все прогуливал. Ну кого ты врешь? Ну 100% прогуливал. Напиши в комментарии, что ты прогуливал. И вторая твоя тайна, это вообще, я, конечно, когда узнал про тебя такое, чуть от смеха не лопнул. Я знаю то, что у тебя однажды такое было, что ты хотел пустить шептуна, так, типа, чуть-чуть, да. Но чё-то пошло не так, и ты так бзданул нахрен, то, что все вокруг тебя увидели, а потом, типа, такой руками, типа, ай, я случайно что-то стукнул, это я не пёрнут, ай, ногами, ай, я случайно что-то стукнул, это я стул случайно, ай, подвинул. Типа, стул скрипит, это не я перданул. Я знаю то, что было, потому что у меня тоже такое много раз было. Когда я в Португалии учился, короче, в классе, такой типа хотел шептуна такой пустить, знаете, а случайно как все на меня такие смотрят, такой, пацаны, я стул случайно. Короче, я вот эту твою тайну расскажу всем. Если ты не хочешь, чтобы я рассказал вот эту тайну всем твоим друзьям, бате, маме и всем остальным, тебе нужно прямо сейчас поставить лайкусик на этот ролик, если ты, конечно, хочешь больше детектива Эдуардо Перетьяно. Серии будут выходить как можно чаще, вот. Ставь лайкусик, чтобы серии выходили. И ставь лайкусик, если хочешь, чтобы я рассказал, как ты бстанул.
Вкусно. Ладно. Ладно. Ночка, надо тем вздремнуть. Сейчас вздремнем. Я привык уже на стуле дремать, поэтому... Давайте. Арбуз. Доброе утро, ёпта. Что такое удобно сигару в этой серии? В общем, пока я спал, я много чего в этой жизни переосмыслил. Я живу в халупе, а я же детектив не простой, а золотой, вот профессиональный. Поэтому мне надо как-то дом свой оборудовать. А то у меня паутина тут везде, панталоны везде развешаны. Надо сделать... рабочую атмосферу. А чтобы мне дом как-то свой починить, баблишко нужно. Где-то найти. Вот. А где найти, надо выполнять какие-то задания. Где мой архив, ёпты? А вот. Вот, нашел. В общем, какая-то работенка, хотя, чтобы подвернулась, было бы вообще зашибись. Так, архив. Что у меня тут самое простое есть, чтобы не переутруждаться, и за что нормально заплатят. Распылить отраву против колорадских жуков на картошку. Не, спасибо. Чебуречная шота. Что ты еще чебуреки производит? Нет. Опа. Сгонять с бабулькой в банк за пенсией. Ни хрена себе она платит. А что она так башляет? Так хорошо. Ладно, самая такая простенькая задача. Ага. Алло! Алло! Алло, Вилок, привет! Да, здорово, бабуль, здорово! Я тут по поводу объявления тебе звоню, за пенсию с тобой банк сгонять. Платишь нормально, бабуль? Ой, Вилок, плачу я очень даже хорошо. Что ж, сводишь меня в банк, сводишь? Да вообще без проблем. Я надеюсь, это недолго, да? Только туда и обратно, да, сгонять. Ой, Белок, это займет буквально 5 минут, не переживай. Ну хорошо, бабуль, тогда давай до связи, я уже потопал, хорошо? Жди меня. Хорошо. Давай. Какая приятная женщина, как ладно. Надо заказывать такси и шуровать. Привет, Белок, привет. Да, я уже тут, я уже приехала. Бабуль, ёпта, с ума сошла? Это же что, Ламборгини? Да, я все говорю, я хорошо плачу, я богатенькая бабуля, да, садись. А что ты так приперлась? Откуда ты мой адрес узнал? Я только что из дома вышел. Я тебе звонил 5 секунд назад. Ой, бабуля все в этой жизни знает. Ты понимаешь, садись. Это я все в этой жизни знаю. Я ведь Эдуардо Перетиано, самый великий детектив. А ты откуда все знаешь? Бабуля, у бабули сверхразум. Ладно, не важно. Главное, что башляешь нормально, это уже хорошо. Давай в банк, да, значит, за пенсию. Ну давай. Не выпендривайся. Ну ладно, без разницы. Поехали, бабуль, давай. А ты поаккуратней на своей Ламборгини. Да, бабуля, подожди, права куплены, не переживай. Главное, чтобы гаишники не спанули. Ой, ёпта, давай. Так, детективы почти приехали, приехали. Ну давай. Давай. Это банк, я просто недавно уже по-саранске живу, это банк, да? Да, это наш банк, хороший банк, хороший. Денег много, вот, да. Много денег, давай, бабуль, да можешь тут остановиться или парковаться? Смотри, машина сама поехала. Ой, да у меня машина просто гениальная, такая же, как и я, не переживай. Так, смотри. Бабуль, а как тебя зовут вообще, у меня такой вопрос? Меня зовут МТЖ Дюля Бабуля, пэл. Чё-то знакомое, очень знакомое. Не могу вспомнить откуда, но знакомое. Популярная нынче стала. Так, это, слышишь, смотри. Ты будешь стоять тут на шухере, понял? Каком шухере? Да я с тобой, бабуль, пойду, нет, ну я как бы пообещал, что я тебя проведу, поэтому пошли, давай, бабуля, вместе. Ай, ну ладно, только потише, будь да, потише. Хорошо. Потише. Здорово всем, здорово. Охранник, ага. Смотри, охранник. Да я видела, и чё? Так, камеры. Здесь камера. Какие камеры, бабуль? Давай иди пенсию забирай. Чё ты куда смотришь? Чувак.
Там банк, банк, деньги, понимаешь, там пенсия моя вот там. А, да, ну, нормально, наверное. Мы до пенсии еще далеко. Что за камера? Много камер нынче ставят в этом банке, не понимаю, зачем они это делают. Так. Да. В принципе, нормально. Так, пойдем. А чё? Пойдем, за бабулей следуй, давай. Ну? Так, смотри. Ты вот тут встаешь на шухере, понимаешь, на шухере. Да, вот мне тут стоять, прям на входе. Каком шухере, ёпты, бабуль? Да подожди, да там пенсия просто, понимаешь, большая. Вот, на шухере, чтобы у бабули никто не отобрал пенсию. Ну давай, хорошо, я постою. Смотри, ты глаза открой и смотри, вот, а я быстро. Куда смотреть? Ну, на шухере стой. Да вот хорошо, это... смотрю, всё, давай, бабуль, быстро, у меня как бы время не... Всё, давай, работаем. Не резина. Ой. Ой. Чё за мать её хрень? Ой. Детектив, ты как? Нормально? Ты, бабуль, там кто-то стрелял, я пойду посмотрю. Не, детектив, стой тут. А что там было, ёпта? Спина скрипит, ой, болит спина. А, так бабуль, я там мазь, я знаю, у меня дома мазь есть, хоть... Ой, опять скрипит, бля, подожди, в жопу твою мазь, подожди, я тут занята. Странная хрень. А что громко у тебя спина скрипит, на самом деле. Мне даже стол так дома не скрипит, и стул. Ой, опять заскрипело! Ой-ой-ой-ой, так, детектив. Держи. Ну все, поехали, все, пенсия, загружай, поехали. Загружай, подожди, сейчас еще пенсия будет. В смысле, это не вся пенсия? Да ты подожди, я говорю, бабуля богатая, понимаешь, не влазит в карманы. Так, держи еще. Ядрить, колотить, ладно, сейчас я всю машину загружу, не переживай, карго, вот. Давай, работаем, да. По-тихому, главное. Все, поехали, давай, бабуль, хватит. Да какой поехали, ты что, издеваешься, что ли, ты думаешь, это все, да, держи. Ядрить, колотить, бабуля, куда такая пенсия, я за жизнь столько не заработал. О, бабуля, просто говорю, крутая, гениальная, понимаешь, свой бизнес, там все дела, подожди, держим. Ну все, поехали. Да нет, загружай, подожди. Ядрить мой батон, бабуль, ты что такая жестокая, как поймаешь, не Ламборгини, но не надо. Ой, спина, подожди, нормально. Нормально, это бабуль? Отлично, просто так, держим. Все? Да, нет. Да давай, мне кажется, уже хватит, сколько там пенсии, в машину столько попали. Ой, это там пенсия еще до хренища просто, подожди. Ну все нормально, бабуль, все нормально. Карманы, давай. Карманы. Да давай уже сколько за заколеба. Все? Ну конечно, я бы, конечно, еще взяла, да, ну вот ладно, нормально. Бабуль, ты это слышишь? Спалили! Мусора поганые, беги, бежи, детектив! В смысле спалили? Куда спалили? Давай! Беги, садись в магию, быстрее уезжаем! Гады, спалили, демоны! Не заводится, падла! Да давай! Бабуля, ты тормозишь! Давай, вали отсюда! Вали! Сумасшедшая женщина, ёпты! Так, это твой дом, да, твой дом? Да, вот этот справа, который... Подожди, бабуле сложно парковаться. Ага. Так, всё, вылезай. Чё, бабуля, это жестко было. Ментура за нами гналась? Чё ты такой, ты криминальная женщина, ёпты! Бабуля! Да, я понимаю, просто бабуля очень красивая, понимаю, формы, посмотри, какие у неё формы. Да я это всё, конечно, видел, бабуля. Тебе сколько лет? Богатая. Сколько лет тебе? Мне 78. О, господи, ну была бы ты немного помоложе, мы с тобой, конечно. Вот это самое, ну извини, бабуль, не в одни в этой жизни. Так как милок, давай, я как востребовательная женщина. Спасибо большое, вообще красава, отработал отлично, держи. Да? Насколько? Ядрить, колотить, бабуля-то, ты щедрая, ёпты, пол... Спасибо тебе, за шляпу перед тобой сниму, не могу, потому что ушки на голове, но шляпу перед тобой снимаю, ой, спасибо, бабуля. Да не стоит благодарности, господи, ты тебе спасибо. Ой. Даже что, бабуля? Да как опять нахрен сирена, в смысле, откуда, бабуля? Твою мать, опять спалили, гадость, собаки! Бабуля, чё за хрень, почему опять мусоранда застукали, а? Как? Ой, бедная бабуля, это вот этот кабан проклятый, да, я за ним следила. Ой, забирайте его, вообще ужасный человек.
тише, деньги у меня своровал бабуля потом, ну ладно. Смысле, ёпты, чё тут нахрен происходит? Шериф, я стою как укопан, не стреляйте, не я, меня поставили! Твою мать!